Тем, кто запутался в юридических коллизиях, безвозмездно помогут 31 марта в единый день оказания бесплатной юридической помощи. В этот день представители прокуратуры, службы судебных приставов, Росреестра, адвокатской нотариальной палат и представители юрфака Тверского госуниверситета дадут юридические консультации обратившимся. В этот день жители смогут задать интересующие вопросы юристам, которые, в свою очередь, разъяснят нормы законодательства, помогут в составлении жалоб, ходатайств и других правовых документов. Акция будет проходить с 14 до 16.00 в приемной президента Российской Федерации по адресу улица Советская, 46.